россияне. Я Бердяев Вадим Михайлович, гражданин России, который проходил службу на Северном флоте Вооруженных сил Российской Федерации в городе Североморск. Служил старшим мичманом на корабле. Недавно ушел на пенсию. В Североморске у меня осталось очень много друзей и сослуживцев, которые меня знают и, надеюсь, до сих пор помнят. Я до начала войны со своей семьей жил в Украине, в городе Изюм, где занимался частным бизнесом. На данный момент мой город Изюм и дома всех родственников моей жены полностью разрушены, уничтожены. Город постоянно подвергается бомбардировкам и обстрелам. В связи с этим я вынужден уехать из него, спасая свою жизнь, жизнь своей семьи. Я русский, мой сын родился в Украине, и я считаю украинцев и русских братскими народами. А эта война исключительно на совести высшего руководства России. Я, как бывший военнослужащий вооруженных сил России, хочу обратиться ко всем своим бывшим сослуживцам и тем ребятам, которые служат сейчас. Я уверен, что многие из них не по своей воле попали на территорию Украины, где будут вынуждены выполнять преступные приказы. Коллеги и товарищи, друзья и сослуживцы, вспомните, как вы принимали присягу. Каждый из вас давал себе отчет в том, что имеет право не выполнять преступные приказы ваших командиров. У многих из вас есть родственники, друзья в Украине, а вы их убиваете и калечите, лишаете крова над головой. Поймите, война и целенаправленное уничтожение мирного населения Украины совершается непосредственно по преступным приказам Путина с целью удовлетворения личных амбиций и планов по возрождению Советского Союза Российской империи. Это не наша война. Это не война россиян против братского народа Украины. Это захватническая война психопата Путина, которая может уничтожить ядерным оружием не только Украину, но и весь мир. Поэтому призываю вас, остановите это безумие. Не выполняйте преступные приказы военного руководства России. Военные, отказывайтесь ехать в Украину и под любым предлогом не приезжайте сюда. Гражданские, выходите на митинги, мирные протесты. Украина мирная страна. Надеюсь, вы меня услышите и не останетесь равнодушными и безразличными. Верю, что этот кошмар скоро закончится, а виновные в этом понесут заслуженное наказание.